Бой! Итак, друзья, вы уже знакомы с этими бойцами. Оба бойца из Санкт-Петербурга. Два клуба. Клуб Нюрнберг и клуб Орден Северного Храма. И Сергей Вашков все-таки провел бросок. Но на тренировке на земле провел доливание, за что и получает дополнительные очки. Итак, бой продолжается. Боря бросок! Боя Сакилов навязывает Машков ближний. Давай, Боря, еще! Пытается его пробросить, и у него получается. Хотя он, конечно, сам оказался подбитыми руками на земле. Бросок не защитил. Поэтому, Боря. Да, судьи разумно не рассчитывали на чужой бросок. У Машков слетает Рондель. Акилова. Кусок лучки. Молодец, Боря. Вновь тот, кто пытается пробросить Машков. Сергей, конечно, больше понравилась ударная техника. Есть, подавил и проводит добивание. Этот уже бросок судьи засчитает, я уверен. Это было чисто. Ну и эти же самые бойцы относительно бросков выравниваются. Стоп бой. Конец первого раунда. Друзья, аплодисменты бойцам. Акилов снова навязывает попел, что боится черной кости. Навязывает ближний бой, в общем-то. При всем при том, что бойцы, конечно же, в основном практически равны весовой категории. Брейк. Судья разводит бойцов. И бой сейчас продолжится. Надо равновесие. Акилов фактически не падает, но на помощь приходит Ристалище. Пытается вывернуться. Судья рефери разводит бойцов. 5 секунд проходит, бит действия. Напоминаю, то, что у нас засчитываются очки за акцентированные попадания оружия по сопернику. Также удары руками-ногами, которые меняют траекторию движения противника. Стоп, бой! И бойцов в бой разводит полглаз.